У здания Госкомреестра оккупированной Керчи большие очереди. Около 200 человек хотят сдать документы на регистрацию права собственности в центр. Ранее крымчане занимали очередь через электронный кабинет. По данным представителей оккупационной власти, с 1 апреля очереди будут сквозными. То есть у граждан будут различные варианты получения талонов. По предварительной записи через интернет-портал, а также живая очередь с получением талона в местном терминале. Вы наследство получили, а в очередь на право собственности стать не можем. Угу. Сколько человек вообще стоит? Около 200 сейчас, 183. Больше 200, я 208. Моя соседка записалась сейчас утром, было 183. А какой раз она пытается попасть? Первый. Первый? А я 152 тоже первый. Каждый день, вот как на работу теперь, будем ходить в 5 часов вечера. Хорошо, если кто не работает, а кто работает, как человеку попасть? Никак. У кого с 8 до 5 рабочий день. Если один день пропустил, все заново. Да, так точно, и так везде.